В августе начались работы по реставрации памятника Владимиру Русанову. Сегодня можно сказать, что задача выполнена на 100%. На начальном этапе реставрации мы встречались с Василием Киреевым, подрядчиком работ. Тогда процесс только начинался, было видно, что памятник уже давно нуждается в капитальном ремонте. Сегодня работы выполнены в полном объеме, и символ города предстал во всей красе. Надо сказать, что при ремонте этого памятника применялась та же новая технология, как и в прошлом году, в октябре месяце, мы ремонтировали памятник «Никто не забыт» на площади Победы. Здесь использовались материалы, которые являются атмосферостойкими и морозоустойчивыми, и водоотталкивающим раствором, значит, покрыт памятник. Материалы использовались немецкого производства. На монументе на площади Победы они очень хорошо показали себя в зимнее время. Кроме того, в памятник вмонтированы две памятные плиты взамен старых надписей. Одна весом более 40 килограммов, другая 91 килограмм. При написании применялся ручной способ обработки текста. Это тоже является новшеством при ремонте памятника. Гарантия на произведенные работы 3 года, но подрядчик заверил, что в хорошем состоянии Владимир Русанов простоит гораздо дольше.